Лев, студія повернулася до вас, і найближчі 20 хвилин будемо говорити про такі важливі актуальні питання, як безпечно сходити на пляж, як не потонути і як допомогти людині, яка тоне. І про це поговорити ми запросили такого гостя. Це Юрій Потапчук, інструктор навчального центру САР, лікар медицини невідкладних станів. Я рада вітати вас. Добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. І відкриваємо лінії для голосування і, звісно, ставимо вам таке запитання. Чи знаєте ви, як діяти в тій ситуації, коли ви бачите, що людина тоне, як їй допомогти, як врятувати? Чи знаєте ви, так або ні, будь ласка, голосуйте. 726-3326. У вас є чудова нагода додзвонитися до нас, поставити своє запитання нашому експерту, почути відповідь з перших вуст або ж, можливо, розказати якусь історію. Будь ласка, дзвоніть, пишіть у Viber, повідомлення можна надсилати, бачите телефон Viber на своїх екранах. Отже, за перші дні літа в Одесі вже потонули кілька людей, зокрема троє чоловіків, і такі локації сумнозвісні, як 10-та станція Великого фонтану, Одеський морвокзал, причал і Ланжерон. І експертам, звісно, ще належить з'ясувати остаточно так обставини загибелі цих людей, але все ж давайте проговоримо на початку основні причини того, що люди потопають. І ще раз добрий вечір. Основні причини того, що люди тонуть, к сожалению, ну, як ми знаємо, не тоне тот, хто к воді доступу не має, да, или хто не йде купатися. Основной причиной, которую мы встречаем, это неправильное поведение на воде, это несоблюдение правил техники безопасности и игнорирование правил техники безопасности и поведения на воде. Что к ним относится? Если у нас волнение на море, да, если мы говорим о высоких волнах, да, волнах, в пределах того пляжа, где вы купаетесь, опять-таки нужно дважды задуматься, идти купаться или нет. Тем более, так как многие люди любят отдыхать на море, употребляя алкоголь, соответственно, алкоголь немножко сбивает ориентацию в момент, когда волна накрывает неожиданно, и, к сожалению, это приводит к тому, что человек получает какую-то порцию воды на вдыхательные пути, и мы видим такое состояние, как сухое утопление, так называемое. Опять-таки, волнение купаться очень опасно. Волны недавно были, я тоже был в пределах моря, гулял с семьей, видел, как купаются некоторые люди. Это даже не то, чтобы опасно, это страшно. А яким чином вони купаються? І що значить високі хвилі? Які хвилі можна вважати вже небезпечними? Якщо ви заходите і ви зайшли в воду на рівень, приблизно, будемо говорити образно, так сказати, як без употреблення особої термінології, якщо ви стоїте по колено в воді, і волна, яка йде к вам, вона вище, ніж пояс, тобто вона до груди може вас накрити, відповідно, це вже небезпечно. Опять-таки, если вы видите барашки на волнах, это тоже является небезопасным. Тем более для детей. Если взрослые не в состоянии бывают иногда устоять от удара такой волны в спину, неожиданно. Вот если просто стоять, ждать, когда ударит, и вот она ударит сзади, человек делает шаг вперед, как защитный шаг, чтобы удержаться, сбалансировать. Что говорить о детях? И, к сожалению, в такое волнение дети знаходяться під більшою угрозою, ніж взрослі, скажімо. Ви сказали, що вже бачили таку небезпечну поведінку людей на пляжі. Яка це? Як себе поводили люди? Ну, в таке волнення, опять-таки, є місця, де я би крайне не рекомендував купатися. Це некоторі місця у нас на пляжах, де максимально високі волни, які не снимаются волнорезом, которые не гасятся ни в каком формате. И вот в этих местах взрослые люди и дети в том числе, они прыгали на волны, они веселились, купались. Ничего, так сказать, не предвещало беды, но с моей точки зрения, с точки зрения безопасности на воде, это очень опасные игры.
Ви зачепили питання безпеки дітей, і одразу собі уявляється картинка, що батьки одягають нарукавники, так, на дітей. Чи обов'язково це одягати дитину в нарукавники, чи допоможе це, чи врятує? Смотря какую ситуацию мы говорим. Если мы говорим о спокойном море, то в принципе ребенка нельзя на воде упускать из виду. Всегда необходимо объяснять ребенку, что море это не опасно, не безопасно. Если ты не чувствуешь дна под ногами, пожалуйста, не балуйся, да, выйди в то место, где ты можешь уверенно стоять на ногах, и вода примерно достигает твоей груди. Там можно посмеяться, можно немножко побаловаться со сверстниками, да, как-то поиграться. Но опять-таки, если мы говорим о волнении, то если волна достает до уровня лица ребенка, это уже небезопасно. Это очень опасные игры. Почему? Потому что ребенок заигрывается, и в какой-то момент, когда он ныряет в волну, позже выныривает, начинает открывать глаза, делать вдох, бьет в лицо следующая волна. Соответственно, от неожиданности ребенок чаще всего теряется. Во-первых, он потом не может сделать вдох-выдох, потому что он вдохнул воду, голосовые связки, голосовая щель сомкнулась. Во-вторых, волна за счет того, что ударила, сбила с ног, и его утягивает под себя. Вот именно такие ситуации мы встречаем, когда мы говорим о том, что это очень опасно. А наскільки небезпечні надувні матраси? Знаємо, що діти полюбляють їх, і ну, були прецеденти, коли її відносило у море. До речі, не тільки дітей, а й дорослих. Ну, опять-таки, кожен раз, коли ми будемо говорити о дітях, я буду повторяти знову і знову, що неважно, де, в якому місці би ви не знаходились, який би водойом рядом не був, в якому купаються діти, озеро, ріка, басейн, что угодно, детей нельзя упускать из виду. Всегда необходимо за ними следить. Вот ребенок вышел на берег, все, можно его, так сказать, не то чтобы упускать, ну, в принципе, упускать детей нельзя. Юрій, маємо дзвіночок для дача, да, давайте да, його послухаємо, потім повернемося до питання. Ми вітаємо вас, як вас звати? Доброго вечора, як вас звати? Добрий день, ви ко мені говорите, да? Так, так, до вас. А, Анатолій звати, Анатолій. Так, добрий день, вечір, ми вас слухаємо. Говори. Да, це було років 20 тому на Молодій гвардії. Був конкурс «Міні-міс Одеса». У жінки було двоє дівчат, одної 14, другої 5. І ця п'ятирічна дівчина зайняла перше місце «Міні-міс Одеса». І мама подарувала їй круг надувний. І вона вділа його, і вона ударила цей круг. І дівчина пішла вниз, а круг зверху, вона обернулася, з подружкою розмовляла, відволіклася, скажімо так. А коли повернулася, круг порожній, а дівчини нема, вона почала кричати, виріщати. А я вскочив у воду, вона там така ложбина, і вона її не бачила. Я її підняв, а на березі оказався случайно врач. Він я зробив її вентиляцію у легені. І ця мама подарувала мені обручальне кільце. Отак спасли дівчину. Так що круги не треба вдівати, треба вдівати наручники дітям, наручники на руки, зажими на руки. Дякуємо вам, Анатолію, за історію. І знову ж таки питання, ну, нарукавників ми сказали, а ось надувні кола, так? Якщо можна, я закінчу. Так, 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 давайте попереднє, так, а потім до цього. Я закінчу, да, основну мисль. Изначально детей не упускаем из виду. По поводу надувных кругов. Здесь есть две опасности. Первое. Ребенок, когда играется, он не видит той глубины, которая находится под ним. И действительно, если он соскользнет с круга, опять-таки для него это может стать неожиданностью, он запаникует. И здесь мы говорим о том, что эта паника может привести к двум вариантам. Либо он закричит, обратят на него внимание, достанут из воды, либо он попытается закричать, и в волнении, к сожалению, мы получим утопление. И второе неприятное, о чем мы можем поговорить, это опять-таки следить за тем, куда, собственно говоря, дует ветер. Потому что ветра дуют в разные стороны. Если ветер дует от берега, соответственно, не только ребенка, а то, о чем мы с вами говорили, и взрослого человека на матрасе может унести достаточно далеко. К счастью, сейчас дежурят у нас службы МЧС, которые и на скутерах, и на специальных катерах в состоянии спокойно догнать, в
случае, если человек не может справиться с данной ситуацией, и отбуксировать его обратно к берегу, собственно говоря. Вот. Угу. Конечно, у детей после этого некоторая психологическая, так сказать, травма остается, потому что ну, у них паника, безысходность, они не знают, что с этим делать, когда их начинают уносить в море. Угу. Слава Богу, такие ситуации редкие, родители очень часто их вовремя замечают, и обращаясь в определенные службы, которые там же находятся рядом, на скутере догоняют, пересаживают на скутер, берут круг и возвращаются обратно. А що ви порекомендували все ж батькам? Чи варто попередньо з дитиною проговорювати таку надзвичайну ситуацію, що таке може статися? Так, як говорити, з якого віку і що говорити? Обязательно. С ребенком необходимо говорить, объяснять и говорить то, что вода – это безопасно только в том случае, если соблюдать, ну, опять-таки, технику безопасности, скажем так, тавтология, но, тем не менее, правда получилось. С детьми необходимо говорить с того момента, как вы ходите с ними на море. То есть с самого раннего возраста ребенок должен понимать, что он заходит в воду только со взрослым. Если мы говорим там, от 2 лет и выше, да? Если ребенок старше, от 5 лет и выше, или от 3 лет и выше, необходимо ему объяснять, что там, где глубина, там опасно. Почему опасно? Не потому, что ты плавать не умеешь, а потому, что бывают такие моменты. Да? То есть там, где глубины нету, пожалуйста, балуйтесь, играйтесь. Если волны, надо объяснять, что волны люди обычно не купаются. Даже самые подготовленные пловцы, бывают волны очень тяжело выбираются обратно на берег, потому что сильное течение, сильное волнение, и тяжело бывает с ним справиться, особенно если ветер дует в обратную сторону. Вот с детьми обязательно надо это проговаривать, потому что мы живем возле моря, и для нас это действительно серьезная проблема. Що діти хочуть купатися, ну як дітям ну, так, не як купайся, да, підемо так. На пляж, ти не купайся, ми покупаємося, а ти не йди. Треба з ними общатися, обсуждати ці моменти. І ні в коєму випадку не упускати їх із виду. Ще раз всім родителям напоминаю, слідіть, на море прийшли, слідіть за дітьми. Случиться може все, що угодно. Не дай Бог, слідіть. В Одесі, на одеських пляжах є такі місця, так звані лягушатники російською мовою. Чи радили б ви користуватися ними? Тобто залишати дитину, ну не залишати, але плавати, щоб вона там купалася в такому мілкому місці, а не в відкритому морі, можна так сказати. Опять-таки, що имеется в виду під поняттям лягушатник? Якщо можна, там, розшифруйте, де іменно. Наприклад, якщо знаєте пляж СБУ, коли відокремлена частина хвили, не хвилерізом, а пірсом, косою, да? Або косою, або пірсом, ну, або якоюсь спорудою, і далі йде глибока вода, а тут попереду, ну, там, максимум дорослому по пояс, а дитині по шию водичка доходить, тільки так. Я вважаю, все, що зв'язано з водою, з точки зрення безпеки, обязательно должно быть под контролем вплоть до юношества, скажем, то есть до 12-13 лет, когда уже ребенок в состоянии четко осознать и понимать, что он может сделать, а чего он не может. И он все вопросы по безопасности обсудил с родителями, и он понимает, что опасно, что нет. И даже в этом возрасте надо все равно глаз держать, так сказать, востро, да, и следить за ребенком. Если маленького ребенка оставляете где-то в любом водоеме, я уже об этом говорил, обязательно за ним надо следить. Он может заиграться, забыть, случайно вдохнуть. Он может споткнуться, упасть лицом в воду во время вдоха. То это можно втопитися и в воде по колинам. В обычном бассейне бывают разные случаи. Случається по-всякому. Повертаючись до питання з надувними колами, якщо, ну, уявляється знову ж таки така картина, що він, коло, воно міцно тримається на талії у дитині, а на морі великі, високі хвилі, то чи може бути теоретично така ситуація, що якщо залишити дитину в морі, сподіваючись, що вона з надувним колом, то насправді це є дуже висока небезпека, адже може і перевернутися. Ви зрозуміли, так, до гори Дригом? Хотіла б там сказати. Так. Беремо обратну ситуацію. Ні, все правильно. Моделіруємо обратну ситуацію, да, включаємо фантазію. Хорошо, ребенок зайшов і головою вверх з помощью круга держиться на воді, да?
Вроде ничего. Потом заигрался, засмотрелся, его перевернуло. Обратно он перевернется или нет, это вопрос. И второй самый главный вопрос. Хлебнул он воды или вдохнул он воды, или нет? Потому что если он вдохнул воду, то ну, уже в этот момент происходит нарушение дыхания. Уже паника подступает к горлу. А во время паники сконцентрироваться и что-то сделать даже взрослому бывает сложно. А ребенку так и тем более, он не понимает, что происходит. Вообще волнение я рекомендую родителям не пускать детей, тем более далеко, так, чтобы волны прям, ну вот, как знаете, дети любят там пойти поглубже и покачаться на волнах. Этого не надо делать, потому что да, это выглядит классно, но это очень небезопасно. Ще щодо віддалених запливів, то ну, цим грішать і дорослі, так що, надіючись на свої сили, запливають подалі у відкрите море, де немає хвилерізів. І, ну, і з одного боку там чистіша вода, з іншого це вже віддалена відстань від берега. Що робити, якщо ти відчуваєш, що вже відплив дуже далеко, але почали вже полишати сили, чи треба перевертатися на спину і намагатися відпочивати, чи одразу намагатися кликати на допомогу? Як? Ні, необхідно, во-первых, встановити дихання. Тобто, якщо брати вже техніку самоспасіння, да, якщо чітко, трезво оцінювати свої можливості, тому що я таким не грішу, але как бы, в басейні на дальнє розстояння всі ми плаваємо, це безпечно. Якщо брати саме море, відкриту воду, ви повинні чітко розуміти, допливете ви чи не допливете. Вам необходимо перевести дыхание, как раз здесь поможет то, что вы ложитесь на спину, делаете вдох-выдох, но обязательно вокруг следите, чтобы не было волнения, чтобы волна не накрыла лицо. Это обязательное условие, даже если вы выбились из сил, это очень важно. Вот. После такой передышки вам необходимо осмотреться по сторонам. Для этого не обязательно переворачиваться обратно, это можно сделать и на спине. Потихонечку плывя к берегу на спине, можно осмотреться по сторонам, чтобы увидеть, есть рядом катер, скутер, что угодно. Кому вы можете подать такой сигнал? Если их нету, вы продолжаете плыть в таком же ритме. Если же вы попали в небольшое волнение, вы понимаете, что вас относит от берега. Опять-таки, делайте небольшие, как говорят, забеги с отдыхом. То есть прогребли какое-то определенное расстояние, чувствуете, что начинаете уже, перестаете, точнее, контролировать себя, устали, перевернулись, отдохнули. Так можно как можно ближе подплыть к людям і, по крайній мірі, щось прокричати. А ось ви згадали слово «сигнал», і в мене одразу запитання, чи є якісь загальноприйняті знаки, ну, ось людина що, може подумати, якщо так, то махає комусь, так? Чи що треба показати, щоб зрозуміли, що треба допомога, а не просто так хтось бавиться? Хороший вопрос, очень актуальный. На данный вопрос, в принципе, должны ответить спасатели, которые находятся на пляже и которые следят за данной обстановкой. Вообще человек, который далеко уплыл от берега и который вот таким манером пытается подплыть или доплыть, он уже должен наводить на мысль, что что-то с ним не так. Потому что обычно человек, который рассчитывает проплыть туда и обратно, он отдыхает в точке, куда он приплыл, здесь отдохнул и не спеша поплыл обратно. Почему? Потому что он рассчитал расстояние, рассчитал силы. Какой может быть знак? Знак может быть любой. Если вы кричите, опять-таки, надо следить за тем, чтобы не попала вода на голосовые связки. В рот вода попасть не должна. Ни в коем случае на вдохе. Поэтому кричать надо очень аккуратно. Желательно не на спине, а уже более-менее вертикально. Второе, что махать руками. Если есть такая возможность, махать руками, показывая, что вы просто привлекаете к себе внимание. А если мы говорим об утоплении, как выглядит истинное утопление, чаще всего это небольшое барахтание на воде с попыткой вынырнуть над водой и погружение под воду и назад. Обычно это рука, которая погружается вниз-вверх и попытки какие-то вскарабкаться на воду, как вот на стол вылезти. Если видите такую ситуацию, обязательно необходимо обращать внимание тех же спасателей МЧСников. Почему? Потому что если вы пойдете спасать человека без специальных спасательных средств, человека, который в сознании и борется, по сути, за свою жизнь, к сожалению, это закончится тем, что он утащит вас на дно вместе с собой. Об этом говорят все, вся статистика, которая у нас есть.
только спецсредства, если он в сознании. Если он без сознания, к сожалению, надо дождаться, пока человек потеряет сознание, после этого тащить его на берег. Щодо рятувальників, маємо питання на Viber, цитую мову оригіналу. Почему спасателей на пляжах мало? Несколько раз в этом месяце я спасал людей в море около Нема и М1, ну, то есть той же Ланжерон, так? Люди махали рукой, кричали, но спасателей не оказалось. Ну, не до вас питання, але попрошу прокоментувати. Так. Я думаю, что вопрос, скорее всего, не к нам. Именно поэтому мы, собственно говоря, и занимаемся тем, что продвигаем, так сказать, в массы обычных обывателей формы спасения на воде. Мы об этом говорим и обучаем этому наших курсантов. Если говорить о том, что спасатели должны быть, они должны быть. Тем более возле такого дельфинария, как Немо, либо же на других пляжах, где большое количество людей. Но я не могу ответить на этот вопрос, почему тогда не было. Я знаю, что там волнение достаточно сильное, и с ним тяжело справиться. Почему? Потому что, ну, так получилось, что зимой я сам ходил, купался возле Немо. Погода, благо, была хорошая. Поэтому действительно тяжело было, особенно когда надо спуститься по лестнице, проплыть чуть-чуть. Так, и там одразу глибоко. Да, и волна, вы знаете, утаскивает достаточно сильно. Мне было неприятно. То есть... Юрій, залишається не так багато часу, але хочеться проговорити буквально пару хвилин про новинку, так би мовити, цього сезону. Це танкер «Дельфі», який затонув побіля пляжу «Дельфін». І хочеться почути все ж, я думаю, що буде він цікавинкою для людей. Дехто і захоче полізти на нього або плавати поруч. Чи є загроза від нього? Безусловно, угроза есть. Первое – это травматизация. С водой это может быть связано, может быть не связано. Может быть в волнении кто-то подплывет слишком близко, может поцарапаться сам танкер. Если человек царапается о любую ржавую деталь, которая там простояла большое количество времени, даже на воздухе, это часть, которая над водой находится, мы уже говорим совершенно о другом. Как говорится, столбняк, его никто не отменял, можно получить негативные последствия, и это очень будет грустно. Может быть более серьезная травматизация. В момент, когда будут вылазить на сам танкер, можно сорваться, упасть, можно что-то сломать, повредиться. Я считаю, что данный объект необходимо, чтобы охраняло, кто-то охранял. Там есть немножко пост, разгонял, как говорится, ажиотаж и ограничивал возможности туристов. Потому что одно дело сфотографироваться с берега, другое дело, когда люди не уверены в себе, даже не спортивного телосложения, а бывает, что и в плане развлечений под небольшим количеством алкоголя пытаются залезть наверх по скользким ступенькам, срываются, падают, ударяются, получают травмы. Я считаю, это ненормально. То есть все равно необходимо ограничить посещение. Ну, каким образом, это уже вопрос. Врешті-решт, ви рекомендуєте не лізти на танкер, не треба себе підставляти під загрозу. Конечно, лишний раз лучше себя вообще не подвергать этой опасности. Потому что пока с ним ничего не решилось, то есть либо из него сделать достопримечательность, которая будет безопасна, надо продумать, как это правильно сделать, и даже какие-то экскурсии или фотозону какую-то, ну не знаю, это уже вопрос к нашей молодежи и к нашим властям. Але в такому вигляді і ржаве щось лежить краще не лізти. Тому що можна дуже сильно себе повредити і закінчиться це печально. Я дякую вам за важливу розмову. Давайте подивимося думку глядачів. Чи знають вони, як врятувати людину, яка тоне? 40% так, ні, 60%. Тож, в принципі, не даремна наша розмова. І залишається побажати все, врешті-решт безпечного всім відпочинку на воді. Так. Да. Отже, зараз я готова передати слово своїй колезі. Олександра, вітаю тебе ще раз. І, будь ласка, хочеться вже почути новини цього дня. Дякую, Світлана. Уважно слухала ефір твій і гостя. Дуже влучні поради. Я сподіваюся, вони будуть у нагоді тим глядачам, які нас зараз дивляться. А в Одесі, до речі, пливе зараз тільки що асфальт на дорогах. Про це, зокрема, і будемо говорити далі.